Всем привет! Спасибо, что зашли на мой YouTube-канал и подписались. Сегодня я хочу поделиться рецептом, как еще вкуснее и интереснее замариновать красную рыбу. Рыба получается изысканнее, пикантнее и необыкновенно вкусно. Рецепт не только для женщин, но и для мужчин. Ингредиенты. 780 грамм филе лосося, 2 штучки свеклы, 2 столовые ложки соль крупного помола, 1 столовая ложка тростникового сахара, цветной перец, зелень, укроп, петрушка, кориандр. Я еще добавляю соль с приправами для вкуса. Рыбу филетировали мне в магазине. Выкладываем филе лосося на свеклу кожей вниз. Затем готовим маринад. В глубокую чашку сыпьте 2 ложки крупного помола соли, 1 столовую ложку тростникового сахара. Добавьте черного или разноцветного перца. Тщательно перемешайте. Я всегда добавляю еще соль с приправами. Так, для вкуса. 1 ложку тростникового сахара. Добавляю перец, черный перец, и еще у меня соль с разными приправами.
свекольну массу выкладываем обильно нарезанную зелень, что придаст нашей рыбе необыкновенный вкус. Затем закрываем крышкой и убираем в холодильник на 46 часов. Выньте рыбу из холодильника, очистите от свекольного и зеленого маринада. Снимите кожу и нарежьте тонкими ломтиками. Лосось в свекольном маринаде готов. Хочу сказать, результат меня очень порадовал. Обязательно берите рецепт в свою копилку. Рыба получилась пикантной, изысканной и невероятно красивой. Моя семья была в огромном восторге. Резать и вот так скрутить, то края красные. К нему черных хлебушек и рюмочку водки холодной. Согласна. Или бокал шампанского. Нет, рюмочка водки лучше. Рецепт не только для женщин, но и для мужчин. Приятного вам!